Башкортостане производителям детских товаров компенсируют часть затрат на рекламу и продвижение. Максимальные размеры выплат на одного производителя составят 3 миллиона рублей без НДС. Соответствующее постановление подписал глава республики. На бюджетные средства производители смогут возместить до 70% расходов на участие в выставках и конкурсах, продвижение продукции в интернете, рекламу в СМИ, получение заключения о производстве в России и проведение лабораторных испытаний. Распределением господдержки займется Министерство промышленности, энергетики и инноваций. Отбирать компании будут без конкурса. К моменту подачи заявления компания должна будет вести деятельность не менее года, иметь госрегистрацию и сертификат Евразийского экономического союза о соответствии. Напомню, что проект постановления о субсидиях был опубликован в апреле этого года. Документ разработали в Минпроме в рамках дорожной карты по развитию индустрии детских товаров до 2024 года. Целью назвали увеличение выпуска местной продукции, создание новых рабочих мест, повышение заработной платы. Всего на поддержку Лекпрома в 2023 году выделят 155 миллионов рублей. На покупку сырья и материала возместят 100 миллионов, оборудование 50 миллионов и за реализацию доходогенерирующих проектов 5 миллионов рублей.